Audi продолжает расширять гамму своих электрокаров. Совсем недавно «Четыре кольца» представили кроссовер Audi Q4 e-tron, что занял нишу между моделями Q3 и Q5. Притом публике сразу предъявили не только традиционный универсал, но и купеобразный спортбэк. Учитывая электромобильную компоновку, внутреннему пространству Q4 однозначно позавидуют модели классом выше. Любопытно, что сиденья второго ряда стоят на 7 см выше первого, однако над головами пассажиров остается предостаточно места. В базовой версии электрокроссовер Audi имеет строго задний привод, где колеса вращает один мотор отдачей 170 сил. Емкость аккумулятора 52 кВт-часа. Без подзарядки такая машина преодолеет около 350 км. Выпускают вольт-амперный Q4 на двух площадках одновременно – в Германии и Китае. И в Европе батарейный SUV от четырех колец по итогам ноября оказался одним из самых востребованных электрокаров. А вот для Китая вдобавок приготовлена удлиненная версия четверки, которую решено продавать под названием Audi Q5 e-tron. Ей вдобавок полагаются оригинальные фары и бамперы, плюс немного измененные задние фонари. От модели Q4 e-tron новинка отличается растянутой колесной базой и увеличенным задним свесом, поэтому общая длина выросла сразу на 30 см. Кроме того, удлиненный кроссовер оказался выше стандартного. Чтобы разместить, не два, а три ряда сидений. В гамме есть варианты на 7 или 6 мест. Во втором случае вместо цельного дивана посередине будет стоять пара раздельных капитанских кресел. Но независимо от компоновки, пассажирам второго ряда положена отдельная зона климат-контроля. Учитывая возросшие габариты, начальный вариант немного форсировали, а всего покупателям предложат три версии, включая 300-сильное двухмоторное исполнение. Как показало исследование Автору, 92% россиян со временем готовы пересесть на электромобиль. Поэтому на нашем рынке уже сейчас доступны сразу 4 представителя электрической серии от марки Audi. Более того, в прошлом году именно кроссовер Audi e-tron стал самым продаваемым электромобилем среди тех, что официально представлены на нашем рынке. Этой весной компанию e-tron составило элегантное исполнение спортбэк, что отличается меньшей высотой и покатой крышей. А кроме того, дилеры готовы предложить трехмоторный Audi e-tron S, то есть горячий вариант обоих e-tron'ов, у которого сзади смонтирован не один, а два двигателя.